курортный отель «Columbia Beach» находится прямо на пляже залива Писури, недалеко от винодельческой деревушки. Между Пафосом и Лимассолом, среди огромных ландшафтных садов. Расстояние до знаменитой скалы Афродиты составляет 8,5 километра. Аэропорт Пафоса находится в 25 километрах, а приморский город Лимассол – в 35 километрах. Построен в стиле кипрской деревеньки, невысокие корпуса из натурального камня с черепичными крышами чередой протянулись вдоль 80-метрового бассейна в форме лагуны. Соединяющие два бассейна отеля и спускаются прямо к берегу моря. Песчано-галечный пляж. Шезлонги, зонтики и полотенца бесплатно на пляже и на территории. Большой открытый бассейн, соединенный с закрытым бассейном, подогреваемым в зимнее время. Недалеко от отеля находится поле для гольфа. Отель в тихом месте, хороший бассейн, красивая территория. Персонал ненавязчивый, но внимательный. Пол во всех люксах выложен каменной плиткой. Мебель выполнена из натурального дерева, а на окнах установлены жалюзи. Также имеется кондиционер и потолочный вентилятор. Балкон с видом на сад или море. Роскошная ванная комната с отдельной душевой кабиной, туалетные принадлежности, фен. В распоряжении гостей – спутниковое телевидение с русским каналом, мини-бар, радио, телефон, сейф бесплатно, бесплатный беспроводной интернет, а также халаты и тапочки. Все необходимое для приготовления чая и кофе. Ежедневная уборка номеров и смена постельного белья. К услугам гостей 5 ресторанов и 7 баров. В ресторане «Аполло» в течение всего дня подают закуски и блюда по меню, а также сервируют бизнес-ланч, шведский стол. По вечерам здесь можно попробовать традиционные кипрские мезе и блюда из свежевыловленной рыбы. В итальянском ресторане изысканной кухни «Бокчус» подаются утонченные блюда и звучит живая музыка в исполнении местных музыкантов. В ресторанах «Кайпаспро» и «Этриум» подают порционные блюда. Также работает итальянская тратория. Хорошая кухня в таверне и итальянском ресторане. На завтраках есть каша, блины, соки и смузи, фрукты. Из коктейль-бара «Эрос» открывается превосходный вид на округу. А при помощи мощного телескопа здесь можно полюбоваться звездами. Также к услугам гостей – два бара на пляже, два бара у бассейна. В спа-центре курортного отеля имеются 6 процедурных кабинетов, гидромассажная ванна, мини-бассейн и тренажерный зал. В зале для аэробики регулярно проводятся занятия фитнесом и йогой. Кроме того, на территории отеля организуют занятия греческими танцами, мини-футболом и настольным теннисом. Отель предлагает трансфер от аэропорта. Может взиматься дополнительная оплата. Приятных вам путешествий!